Уже почти три недели пункт вакцинации, расположенный в торговом центре на улице Говорова, 163, работает ежедневно. Первое время желающих сделать прививку было более 100 человек в день. Сейчас поток уменьшился раза в два. Медики трудятся в спокойном режиме. В основном приходят работающие люди и студенты. Представителей старшего поколения меньше. Мы пишем сертификат, на котором пишется первая вакцина, когда берет человек его на руки, когда он приходит второй раз, он с ним приходит, в него же вписывается вторая. И уже через там какое-то количество времени, когда компьютерный центр обработает, на Бирюзова 3 пациент получает QR-код. После снижения потока пациентов врачи могут проконсультировать по поводу вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом или кто плохо перенес первый укол. Я сделала первую прививку 1 июля, перенесла ее не очень хорошо, были немножко последствия, но я об этом была предупреждена, потому что, как обычно, организм борется с вирусом. Вот. Но это было всего один денечек. Была и температура, и не очень хорошо, слабость, конечно. Но на следующий день все было хорошо. Сейчас в пункт вакцинации обращается меньше желающих сделать первую прививку. В скором времени медики ожидают увеличения количества пациентов, которые придут за вторым компонентом вакцины. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».